Если всегда будешь так делать, никогда не научишься. Зачем мне учиться тому, что умеешь ты, а тебе тому, что я? Логично, а? Больно? Еще бы, ты прищемил мне палец. Дай посмотрю. Очень больно. Ну чего ты испугалась? Люди. Ерунда, пусть смотрят. Какой умник, здесь никто не знает тебя. А что обо мне подумают? А, отговорка. Нет, не отговорка. А что мне делать, если я от тебя без ума? Эй, осторожно, а то я могу укусить. А помнишь, как мы с тобой познакомились? О. Извините, пожалуйста, не скажете ли вы, как я могу пройти к дому Томаса Мана? Скажу, месье. Надо сначала идти прямо, потом налево, далее свернете вправо, затем прямо, опять налево, еще раз направо и сразу же наткнетесь на него. Ага, а вы бы не смогли мне показать это на плане? Угу. О. О. О, девушка, что вы натворили? Проклятие, теперь вы обязаны меня проводить. Извините, но мне некогда. О, в Германии всем некогда. Почему вам некогда? Куда вы так спешите? Я спешу домой. Потому что папа меня ждет. Ну, папы всегда ждут. Они ждут мира, они ждут счастья, они ждут смерти, они ждут дочерей. Идемте. Куда? Покажите мне дорогу. Ну, я вам сказала, мне некогда. Вы разорвали мой план и теперь обязаны показать мне дорогу. Идемте. Нет, никуда я не пойду. Отпустите, или я позову полицию! Але! 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 Ты изверг! Ты злючка! Я тебя ненавижу! Да? Ты чудовище! Это логично. Кристина! Кристина! Очевидно, ушла. Вас ожидают. Кламурот? Что вам от меня нужно? Я прошу извинить меня, но нам необходимо поговорить. А почему непременно у меня дома? Потому что дела этого требуют. А в кабинете, в конторе у вас никогда нет времени. Для важных дел я его всегда нахожу. Господин Луба, это дело... важное. Гордофелев, зря ты все это затеял. Ничего не зря. Только сиди спокойно. И поближе. Ой, да мне неудобно. Поближе ко мне. А ты сядь вот так. Ален, ты совсем с ума тихо сошел. Тихо, замри. Слушайте, долго это будет продолжаться? Одну минуточку, не спешите. Вы ведете себя возмутительно. Но это доставляет нам удовольствие. Извините. Да чего распустилась молодежь? Нет, только посмотрите. Так, 120 на 80 вполне нормально. Где у тебя болит? Вот тут и до самой шеи. Нервы. Мои таблетки принимаешь? Если ты думаешь, что от них есть польза, глубоко ошибаешься. Таблетки, которые тебе помогут, еще не изобретены. В таком случае для чего я тебя вызывал? Чтобы вновь от меня услышать, что, по сути дела, ты здоров. Нервишки чуть пошаливают. Переутомление. К тому же еще тебе самого себя жаль. Так,
Теперь оголите, пожалуйста, мягкое место. Чем ты меня сегодня накачаешь? Небольшой порцией алоэ. Это, пожалуй, то, что поможет сейчас лучше всего. Но, расслабься-ка. Чао, шлунки. Что такое шлунки? Твое прозвище. А что оно означает? Да так, ничего. Оно просто подходит тебе. Завтра увидимся. Если ты позвонишь. Пока. Что с ним, доктор? Как обычно. Попытайтесь повлиять на него. Может, вам удастся, меня не слушается. Папуля, что с тобой? Нет, уже ничего. Доктор мне сделал укол. Надеюсь, все пройдет. Мы собирались поужинать вместе. О, верно. Я совсем забыла. Это нехорошо. Это говорит о твоем невнимании ко мне. Где ты была? На яхте. С Аленом? Да. Не слишком ли часто вы бываете вместе? Я знаю, при одном его имени ты выходишь из себя. Ну, позволь мне иметь свое мнение. Ты с ним в близких отношениях? Разве я тебя спрашиваю о твоей личной жизни? Как отец, я просто обязан этим поинтересоваться. Но если ты не хочешь отвечать мне... Иди приляг. Почему бы тебе не сделать кардиограмму? Я немного переутомился, и только. Ты много пьешь. Ну вот. Да-да, ты много пьешь, старикан. Я сам возьму. Алло, месье Дуба? Добрый вечер, это говорит Ален. Пожалуйста, Кристину позовите. А, Клямрот, очень сожалею, но сегодня вечером я занят. Лучше позвоните завтра утром, Клямрот. Да-да-да, хорошо. Алло, месье Дуба? Вечером и то нет покоя. Как будто нельзя подождать до утра. Неприятности на работе. А, ни слова о работе. Лучше приятно проведем этот вечер. Но только если ты не будешь пить. Когда ты так со мной говоришь, то кажется, будто я по-прежнему женат. Доктор Лидкомп сказал... А, к чертям всех этих докторов. Лидкомп идиот. Сегодня или завтра я подохну, не все ли равно. Кого этого... Аминь. Не люблю, когда ты болтаешь глупости. Ты права, я не подумал и ляпнул черти что. Не принимай, дочка, все за чистую монету и сказанное Лидкомпе тоже. Разопьем бутылочку выдержанного венца. Этим постройкам более 400 лет. Как нравится? Очень мило. Все дома одинаковы, чтобы никто никому не завидовал. Значит, здесь одни женщины живут? Это логично. Тут живут вдовы шкиперов и судовой прислуги. А что такое судовая прислуга? Матросы. Таких приютов у нас много, где живут семьи моряков, потерпевших кораблекрушение. Логично. С вас 10 пеннингов. Идем отсюда, Лен. Что это с тобой? Не могу себя представить вот такой старушкой. А я могу. Ален! Ален! Пардон, месье. Идем. Теперь ты видел все. А, еще 10 фенигов. Не считая Йонса Бродерсона. Какой-нибудь музей? Нет, мой самый большой друг. Этого еще не хватало. А что в нем интересного для меня? Он может точно описать твой характер. Еще он гадает по руке. Ничего. Почему? Боюсь, ты узнаешь, какой у меня душа. Какая душа? У нас душа женского рода. А у нас французов тоже.
Сейчас мы вылечим твою куклу, Элизабет. Дедушка, мне надо выйти. Выйти? Тебе по-маленькому? Да. Тогда, деточка, иди в сад и делай то, что тебе нужно. Нет, я не умею. Такая большая девочка и не умеет. Пора бы тебе давно научиться. Подождите нас. Ну, иди, иди сюда, снимай штанишки и делу конец. Бим-бам, полночь бьет, а мышка из кружки воду пьет. Мышкин хвостик бантик. Ну, Ангелика, все сделала? Еще раз. Бим-бам, полночь бьет. Посмотри, кто пришел. Кристина! Девочка моя, как хорошо ты придумала навестить старого Йенса. А ведь вроде не так давно я вот так же и тебя держал над травкой. Не забыла еще, а? Это кто? Это Шлунки. Приехал из Франции, изучает немецкий язык. Мой друг. Кристина настаивала, чтобы мы познакомились. Настаивала. Боншур. Боншур. Как произношение? Великолепно. Я так и думал. Ален, ты только взгляни. Проходите. Прям как в Париже, на блошином рынке. А, что делать? Обожаю старые вещи. Вот, например, пивная бутылка с резинкой на пробке, чтоб плотнее закрывалась. Уверяю вас, в скором времени она станет музейной редкостью. Ален, какая прелесть! Это же старая карусельная лошадка. Фантастика. Сколько? Что сколько? Просите за нее? Нет, можно считать, что эта лошадка не продается. Что значит можно считать? А то, что я за эту лошадку заломлю столько, что купит ее разве лишь сумасшедший. А ну-ка пойдемте, у меня кое-что подешевле есть. Предскажите нам будущее. Вечно ты со своим будущим. Глупости все это, несерьезно. Ну хотя бы в шутку, для нас обоих. В шутку? Тогда можно, пожалуй. И то потому, что ты этого хочешь. Он по перышку угадывает будущее. И весь секрет в том, как оно опустится на землю. А-а-а. Ну-ка, дети, рядом со мной. Кристина слева, Шлунки справа. Когда я сосчитаю до трех, вы вместе дуете на перышко. Только непременно вместе. Раз, два... Три. И что бы это значило? Как бы это получше объяснить? В общем, у вас впереди дальняя дорога будет. Я догадываюсь, куда эта дорога поведет нас. Бродерсон! Это меня зовут. Минутку. Что у тебя там, дружище? Капитан, я привез тебе рыбу! Куда ж поведет дорога? На воскресенье мы поедем в Данию. Это невозможно, Ален. Почему? Мой папа болен, ты же знаешь. Папа, вечно одно и то же. Ему будет неприятно, если я вдруг уеду. Я вообще не понимаю твоего отца. Тебе это ни к чему, это ведь мой отец, логично? Нет. 3 дня тому назад я позвонил к вам. К телефону подошел твой отец, я спросил тебя, и он мне вдруг говорит, Клямрот, или что-то в этом роде, у меня сейчас нет времени, еще какую-то ерунду. Это, по-твоему, логично? Скажи, логично? Какое-то идиотство. Как ты смеешь называть идиотом моего отца? О, он вовсе не идиот, он праведник, он великий святой. Ну что ж, если хочешь, можем начать. О чем ты? Можем начать ругаться. Осел. Верблюдиха. Орангутан. Бегемотиха. Медведь. Пантера. Хорек. Мокрица. Щитомордник. Летучая мышь. Осьминог. Саламандра. Таракан. Пучеглазая сова. Длинноухий заяц. Кенгуриха. Ну что же, очередь твоя. На ум ничего не приходит. Ha 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 ha
капитан Симпсон. Оказывается, он был в опере. Не Белунгов слушал. Надет с иголочки, лакированные штиблеты с помпончиками. Вот. Ну, врывается-то он к нам, оглядывается и говорит. Тут у вас перебор блондинок. От них меня просто тошнит. Сюда бы негритяночку со стройными ножками и высокой грудью, как опер. А я ему и говорю, где ж ты найдешь негритяночку среди ночи? А на часах половина второго он встает, выходит, и чтоб вы думали, друзья, через 30 минут он приводит негритянку. Девочка, скажу вам, первый сорт то, что надо. Я своим глазам не поверил. Красотка каких свет... Что такое? Что тебе здесь нужно? Я за тобой. Прошу извинения, господа. Эй-эй-эй-эй-эй. Да. Почему ты не в школе? Почему ты не в постели? Я первый спросил. Пошли вместе домой. Я иду домой, когда сам этого хочу. И ты идешь домой, когда тебе хоть. Здравствуй, мама. Здравствуй. Ты зачем приехала? Ты позволишь войти? Входи. Конечно, входи. Пожалуйста, садись, что ты стоишь. Спасибо. Извини, что я так неожиданно к тебе врываюсь. Я позвонила с вокзала, но никто не подошел к телефону. Извини, ты куришь? Нет, что ты. Когда мы с тобой виделись последний раз? Да, месяцев 8 назад. Ты изменилась. А ты нет. Итак, зачем же ты приехала? Хочу поговорить с тобой об отце. Это его, конечно, идея. Нет. Что ему нужно? Ничего. Я сама приехала. Не знаю, как бы это тебе лучше сказать, но в конце концов вы были женаты, и ты его должна знать. Еще бы мне не знать его. Как думаешь, почему я развелась с отцом? А я считала, что это он развелся с тобой. Послушай, милая детка, твой отец настоял при разводе, чтобы ты осталась у него. Кроме того, у меня с твоим отцом существует договор, что мать обязуется никогда не восстанавливать свою дочь против отца. Договор? Да. Договор. И за это твой отец платит хорошие деньги. За молчание? Можешь думать, что хочешь. Во всяком случае, я не собираюсь усложнять себе жизнь. Но об этом даже и речи нет. Тогда о чем же? Я очень беспокоюсь. В твои-то годы? Да, именно в мои. Отец ведет себя очень странно. Он был всегда странным. Почему-то он в последнее время стал лгать даже по пустякам. Что там такое? Пойди-ка сюда. Твой отец. Что он там делает?
На кладбище, говоришь? Да. Откуда ты взяла это? Я сама тебя видела. Должно быть, ты видела призрак. Ну, послушай, отец. Я действительно не был на кладбище. Ну, разве есть у меня время навещать покойников? Ну, зачем он лжет? Извини, Кристина, но твой отец меня не интересует. И уже много лет. А я? Разве я тебе безразлична? Но ведь я для тебя ничего не значу. Ты же сама отреклась от меня. Но только потому, что ты его обманула. Это ложь. Он так говорит из-за своей болезненной ревности. Эта ложь его устраивает. Наступит день, ты убедишься в этом сама. Он и тебя замучает своей ревностью, своей идиотской подозрительностью. Но продолжай. Я не скажу больше. Сейчас у меня нет времени. Если узнаешь что-нибудь новое, позвони. Благодарю за визит. До свидания. Разве ты не познакомишь нас? Доктор Хаусерман. Это Кристина. Добрый день. Добрый день. До свидания, мама. Ты выпьешь? Нет, не хочу. Почему ты говорила, что эта девушка на фотографии твоя племянница? Сколько же ей лет? 18. 18? Да, 18. А мне не 35, а 40. Теперь ты знаешь и это. Что ж, можешь делать выводы. Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь. Хоть что-нибудь. Она уже мои тетради. Как же я буду уроки делать? А ты не делай. Письмо получил? Да, на будущей неделе я должен вернуться во Францию. Я знаю. И это все, что ты можешь сказать? Я знаю, что рано или поздно тебе надо вернуться. Логично. И это тебя не огорчает, но хоть бы немножко. Немножко? Пожалуй. А знаешь, моя мама согласна, чтобы ты приехала к нам. Через 2 недели начнутся каникулы. А? Я не смогу, Ален. Опять скажешь, папуля? Да, папуля. Я тебя не узнаю. Что с тобой сегодня? Скажи, что-нибудь случилось? Да нет, ничего. У нас на юге очень красиво. У нас всегда светит солнце. Постройки светлые, легкие. И ничего тяжеловесного и мрачного. Я тебе покажу Экс-ан-Прованс, Авиньон, Камарк. Ты слышал о Камарке? Это невозможно описать. Там ты увидишь, как привольно живут дикие лошади. Должна непременно поговорить со своим отцом. Он тебя отпустит, вот увидишь.
что будешь всегда говорить правду. Клянусь, Кристина. Но ты тоже дай мне клятву. Какую? Что не будешь меня называть своим дурацким... Клянусь. Вот и все. Я ничего от тебя не скрыла. Пусть он погуляет. Помешает. Мама, кто этот дядя? Я его не знаю. Это твой родной дядя Карл. Почему он мой родной дядя Карл? Ты хотел что-то сказать? Да. Что я хотел сказать? Я же просил тебя не связываться с этим типом. Это моя сестра знала все лучше меня. Она, видите ли, захотела ехать в далекие страны. Бразилия, Рио. Из Рима. Он вовсе не повес. Ах, нет. Но он же тебя бросил. Несколько лет развеселой жизни, и поминай, как звали. Наплевать на жену и любимое чадо. Даже не знаешь, с кем он путается теперь. Карл. Просил отправить мальчика погулять. Разве я не предсказывал, что этот римский попугай бросит тебя в конце концов? Но ты меня не послушалась. Как будто я хотел тебе зла. Мое зло... Да, ты прав, Карл. Да, да, ты был тогда прав. Ты всегда прав. Мама, почему это мой дядя? Но теперь ведь ничего не изменишь. С двумя чемоданами ты ушла отсюда, с ребенком и теми же чемоданами вернулась. Какой поразительный прирост. Поздравляю. Твое здоровье. Что поделаешь, я испытывала судьбу. О, Боже, какие слова. Нельзя ли повторить? Они звучат так красиво. Я испытывала судьбу. Хелло. Кристина! Карин! Моя девочка, дай взглянуть на тебя. Как выросла, совсем взрослая стала. Когда мы виделись с тобой в последний раз? Не помню, но мне кажется, что уже прошла целая вечность. А это кто, мам? Это Кристина. Поздоровайся с ней. Здравствуй, Тео. Смотри-ка, ты стал настоящим мужчиной. Карин будет жить у нас. Да? О, как это здорово. Спасибо, я даже не... Временно. Знаешь, до сих пор не могу себе представить. Что именно? Что он когда-то был молодым. Вот взгляни на фото. Сколько ему здесь лет? 23. 23? Угу. Когда я смотрю на это фото, мне не верится, что это мой отец. Он был молодым, как все люди. У меня такое чувство, словно он что-то прячет. Себя. Он прячется от себя самого. Потом ищет себя. И всегда радуется, когда себя не находит. Тут все в порядке, господин Луба. Спасибо. Господин Луба, вы до сих пор так и не сказали, что мне делать. Почему я? Ведь главный бухгалтер вы. Уберите эти статьи из бюджета и включите их куда-нибудь, и все встанет на свое место. Но это просто невозможно. Вы знаете, о чем я иногда мечтаю? Чтобы у меня был бухгалтер с богатой фантазией, который хотя бы изредка проявлял находчивость. Так что давайте, проявите ее. Одна находчивость нас не спасет, господин Луба. Если вам на 40 марок прибавят жалование, то вы найдете выход. Спасибо, господин Луба, это мило с вашей стороны, но тут есть и нечто другое. Что? Ну давайте, выкладывайте. Мы бы могли... Я хочу быть уверен, что нас никто не услышит. Идемте. Но ну, поймите, хорошо, тогда Луба, мне придется сделать это самому. Письмо словно птица в полете поет.
Пусть дама запомнит послание мое. А ты почему смеешься, а? А теперь на мои губы смотри. Мне жутко, он схватит меня. Лесной царь за нами, гони коня. Ты говорила со своим стариком? Нет. Ауа! Ты совсем с ума сошел. А это за то, что ты с ним еще не говорила. Но это не причина, чтобы так больно кусаться. Теперь я каждый день тебя буду кусать. 1, 2, 3, 4, 5 дней. Да, всего 5 дней до твоего отъезда. А сколько мы уже знакомы? 35 дней. 36, первый тоже в счет. У тебя есть чем писать? Угу. А тетрадки с собой? С собой. Тогда сделаем вот что. Ты напишешь на своем листе, какой из этих дней был лучшим, а я напишу на своем. И сравним. Хорошо? Хорошо. На. Пожалуйста. Угу. Ну что? Минуточку. На. Итак, какой же день был лучшим? У тебя на пляже. А у тебя в парикмахерской. Чудесно, правда? Ага, искупаемся. Я забыла взять купальник. А зачем вам нужен купальник? Если вы хотите купаться, идите. А я посижу и посмотрю на вас. Нет уж, если вы не хотите купаться, то я не буду. Идемте к корзинам. Зачем? Я хочу купаться. Дамы, пропустите, пожалуйста. Спасибо. Молодые люди, здесь парикмахерская, а не укромный уголок городского парка. Царствие Твое и благостыни вечно. Сотвори, Господь, вечно покойного представленному рабу Твоему. Жалься над сыном Твоим, Господи. Аминь. Примите мои соболезнования. Я здесь случайно, но это не важно. Извините, пожалуйста.
В ваших словах, месье, звучит безнадежность. Видите ли, когда человек пережил то, что пережил я, он видит многие вещи в ином свете. Сколько лет вам? 22. 22. В свои 22 я был военнопленным. А в возрасте моей дочери меня учили обращаться с противотанковой гранатой. Тогда этот город был в огне. Тогда мы скандировали «Разобьем Францию до конца» и орали это во всю глотку. Как чудесно. Что тут чудесного? То, что сегодня все изменилось, потребовалось не так уж много времени для того, чтобы и люди стали другими. Ах, бросьте, человек все тот же. Ничтожен и жалок, работает всю жизнь. Суетится, борется за каплю любви, за кусочек своего счастья. А финал, как ни крути, всегда один и тот же. Горсточка праха и бормотание какого-то священника. Да, дорогая, бывают минуты, когда ни во что уже не веришь. Когда, да простит меня Бог, начинаешь сомневаться в справедливости, в благости. Сомневаться во всем, ибо жизнь разбивает у нас многое. Даже веру. Ах, сказала консульша, встреча, если бы она состоялась. Но тут Зеза Мивейхбрат встала из-за стола, и, чтобы казаться выше, поднялась на цыпочки, вытянула шею и кулачком стукнула так, что чепчик затрясся на ее голове. «Эта встреча состоится», — сказала она и взглянула на своих собеседниц с вызовом. Томас Манн, Буденброки, предпоследний абзац. Вы цитируете Томаса Манна наизусть? Я пишу о нем дипломную работу. Разве Кристина вам не говорила? Видите ли, я вообще не интересуюсь друзьями моей дочери. А мы только и говорим, что о вас. Неужели? Вчера, например, я поспорил с Кристиной, что вы разрешите ей поехать во Францию ко мне в гости. Позвольте предложить вам немного овощей. Сначала пусть месье Луба скажет «да». Жаль. Овощи отличные. Папа, ответь сейчас, в присутствии Карин. Не вмешивай сюда Карин, пожалуйста. Может, необходимо вам пообещать... Что? Ну, что, Кристина и я... Можете не продолжать. Я современный человек. Если моя дочь захочет спать с вами, она сделает это здесь, в Любике. Возможно, это уже и сделано. Я вовсе не сторожевой пес, который вынюхивает ее след, как она мой, но при этом я непременно буду следить, чтобы она не слишком рано стала зависеть от своих чувств к вам. Но ведь это нелогично. Знаете, вы симпатичный юноша, Олен. И, конечно, не исключено, что моей дочери могли возникнуть чувства, о которых она потом пожалеет. Тебе ясна моя точка зрения? Простите, я не понимаю. Поймете когда-нибудь. Мы просто влюблены друг в друга, месье, вот и все. А завтра это пройдет? Возможно, да, а может быть и нет. Время покажет. Не понимаю, о чем ты говоришь? Зависимость чувств, чувства, о которых потом придется жалеть. Мне просто хочется увидеть Францию. Если ты хочешь увидеть Францию, мы можем поехать туда вместе. Но прежде тебе необходимо сдать экзамены. А там появятся новые препятствия. А ты, Карин, лучше помолчи. Это единственное, о чем я тебя прошу. Тебе ничего не стоит отпустить меня. Ты ошибаешься. Дадите мне, наконец, спокойно поесть или нет? Но если это самое главное... Вы ее обидели. Она меня обидела. Извините. Ну что ж, поговорим о Томасе Манне. Совсем как в тот раз. Не понимаю. Он ведет себя точно, как в тот раз. Только вместо тебя была я. Ну, к чему все это? К чему эти громкие фразы о чувствах, о зависимости чувств? Все
всегда, когда ему нечего возразить, он говорит громкие фразы. Это лишено всякого основания. Этот дом слишком просторен. Он боится остаться в нем один. Где Олен? Ушел. Куда, постой? Я хочу к Олену. Я не позволю тебе повторить ошибку, которую совершила твоя тетушка. Взгляни только на нее. Вот она стоит, брошенная, лишенная всех надежд. С ребенком, у которого нет отца. Попрошайка. Отец? Да, попрошайка. Выпрашивает согласие своего брата провести в его доме остаток своих жалких дней. Но при чем тут Кристина, не понимаю. В первый раз я не смог помешать этому. Во второй раз такого я не допущу. Кто сказал тебе, что все будет так же? Мой опыт. И все аргументы тут бессильны. Пожалуйста, поосторожней. Довези ее в сохранности. Ну вот, и все. Большое спасибо, месье Бродерс. Спасибо. Счастливого пути, шлунки. Мерси. Мам, спроси меня, Тео, куда ты плывешь? Куда же ты плывешь, а? В Индию. Почему именно в Индию? Потому что в Индии живут тигры, слоны, обезьяны и... И? И нету дяди Карла. Солнышко. Карин! Да? Что тебе, Кристина? Ты Олена не видела? Нет. Не понимаю. Мы договорились встретиться у школы. Может, он просто забыл? Ну что ты? Неужели Олен способен меня обмануть? Нет, конечно. Где же он? Олен сегодня уехал. Уехал, не простившись? Не совсем. Кристина, дорогая, любимая, эта красивая деревянная лошадка прискакала к тебе и принесла мое письмо. Я не хотел с тобой прощаться. Ненавижу эти сентименты. Через 2 недели увидимся во Франции. Как он себе представляет мой приезд? Ну, это очень просто. Берешь билет, садишься в поезд и едешь. А старикану как я это преподнесу? Я ему сама преподнесу. После твоего отъезда. 6-я кабина. Благодарю. Алло? Мадам, телефон pour vous. Телефон? Oui, oui, je viens. À tout à l'heure. Алло, позовите, пожалуйста, месье Олена к телефону. Его нет дома. А кто говорит? Кристина. Повторите свое имя, пожалуйста. Кристина Луба. Будьте добры, попрошу вас записать номер телефона для Олена. Мой номер в Любике 23-7-39. 23-7-39. Но ты, Жаклин. Хорошо, мадемуазель. Мерси, мадам. До свидания. Кристины Луба. Пасарлу Луба, крупному коммерсанту. А он боялся, что я завалю экзамены. Ну, быть может, он на это рассчитывал. А? Что ты этим хочешь сказать? Так, ничего. Да, я чуть не забыла. Олен тебе звонил. И ты до сих пор взяла? Что он сказал? Он сказал, можешь билеты не покупать. То есть как? Он приедет за тобой сам. Сам приедет? Угу. Он так сказал? Да, через 2 дня на машине. Тео! Тео! Мама! Мама! Мам! Мама!
Доброе утро. Как самочувствие? Ничего. Спала, только неважно. О, бедная девочка. Чай или кофе? Чай, пожалуйста. Почему Кристина кашляет? Потому что ты тонула, она тебя дурака вытащила. Но ведь я же не кашляю. У тебя температура? Нет, у меня никакой температуры. Нет, ты бы лучше пошла и легла в постель. Ну, вот еще. Я тоже считаю, что тебе было бы лучше лечь. Денек хорошо бы тебе полежать, а на утро будешь совсем здорова. М? Ты думаешь? Идем. Завтрак я принесу наверх. Скорее поправляйся. Спасибо. Раз Кристина заболела, значит, останется здесь. А она хотела уехать. Кто это сказал тебе? Мама. Что? Куда же она собирается ехать? Не знаю. Я больше ничего не скажу. Слушай-ка, милый мой. Ты же знаешь, что всегда надо говорить правду. У тех, кто лжет, во рту вырастают черви. Черви? Да, большие белые черви с огромными красными глазами. Так что ты мне не лги. Сегодня на шоссе большое движение. Да. К тому же еще дорогу чинят. Куда путь держите? В Любек. Тогда вам лучше ехать по 27-й дороге и после 9-го километра свернете направо. Деньги в кассу, пожалуйста. Мерси. Ну, как ты? Хорошо. Только насморк еще не прошел. Папа ушел? Угу, минут 20 назад. Он, наверное, скандал устроит. Еще полицейских пошлет в погоню. Сначала ему придется выяснить, куда вы поехали. Ничего, пусть себе немного покипятится. Через неделю отправишь ему красивую открытку. Привет из Авиньона, горячо любящая Кристина. Я вижу, тебе доставляет удовольствие хоть разок его проучить. Подумай лучше, что ты возьмешь с собой? Юг Франции. Но что особенного нужно? Там всегда солнце. Не понимаю, у меня что-то странное творится внутри. Это, наверное, от лекарств. Куда поедем? На автобусную остановку Штрассельдорфа. В это время автобусы уже не ходят? Для меня ходят. Ну, разве для вас? Шесть он обещал быть. Да, но точно рассчитать в такую погоду трудно. Я побуду здесь, пока он не приедет. Нет, ты ведь обещала Тео сразу же вернуться домой. А я посижу в кафе, выпью грога. Смотри, не опьяни. Постараюсь. Но счастливо. Счастливо. Спасибо. Ну, что ты. Желаю хорошо провести время. Передаем концерт.
Как самочувствие? Я в больнице? Угу. А что со мной? Ничего особенного. У тебя воспаление легких. Ах, да. Ален тебе звонил. Ален? Да, он очень-очень сожалеет, но вынужден отменить свое приглашение. Вот видишь, мне все известно, но я ни в чем тебя не упрекаю. Я упрекаю свою сестру. Но главное не это. Главное, чтобы ты скорее выздоровела. Почему Ален отменил свое приглашение? Видишь ли... Видишь ли, случилось все именно так, как я тебе и предсказывал. Это рано или поздно. Надеюсь, тебе ясно, что твой ужасный отец, как всегда, был прав. Нет. Я бы на твоем месте выкинул бы его из своего сердца. Людей такого рода я знаю, поверь мне. Сначала они наобещают, чуть ли не полмира сведут с ума, а потом... Карин того же мнения, что и я. Верно, Карин? Да, верно. Кто ж привез меня в больницу? Где тут поблизости? Скажите, откуда можно позвонить? В кафе есть телефон? Закрыто. Что с вами? Вы слышите меня? Кристина Луба. Кристина. Вы слышите? Скажите мне, где вы живете? Он и привез тебя в больницу. Не переживай. Каждый человек делает в жизни какую-нибудь глупость. Надеюсь, в дальнейшем ты будешь доверять своему старикану-отцу. Ну, завтра я тебя навещу. До свидания, детка. До свидания. Позвони, если что-нибудь будет нужно. Ладно. До свидания. До завтра. Алло, я слушаю. Кто говорит? Бонжур, мадам, это Кристина. Кто? Кристина Луба. Я прошу вас больше не звонить сюда. Пожалуйста, не звоните больше, мадемуазель. Но все это слухи. Допустим, но вы, к сожалению, не опровергаете их, и это настораживает. Загляните в свой бухгалтерский отчет, большего не требуется. Не воображайте только, что на вашем кредитном банке свет клином сошелся. Если вы хотите обратиться в другой, пожалуйста, это ваше личное дело. Хотите меня погубить? Господин Я Лубен. Не дам вам себя погубить. Ни вам, никому.
Хорошо. А теперь опусти маску. Курс 0,2. 6 градусов. Повторяю. Курс 0,2. 6 градусов. Подними маску и мягко посади самолет. Есть посадить мягко. Еще пара таких полетов. Извините, пожалуйста, где бы я могла найти Мартина Тоймера? Вон он идет на посадку. Благодарю вас. Поторопитесь, а то опоздаете. Будьте любезны, объясните, чем занята ваша голова во время полета. Я очень сожалею. Очень сожалею, мальчишка. Нужно быть круглым идиотом, чтобы не запомнить такие простые вещи. Это знают даже грудные дети. Грудные дети на третий день после рождения. Знаю, черт побери. Но я отстегнул ремни. Мартин. Что с тобой происходит? Ничего не происходит. Извините. Добрый день. Здрасте. Я хочу поблагодарить вас. Ну что вы? Вы меня спасли и отвезли в больницу. Я не помню, что тогда со мной произошло. Ничего особенного. Вы стояли под дождем. Я подъехал, вы упали в обморок, машине вас тошнило. Как это неприятно. Пустяки, с кем не бывает. Мартин, придешь вечером в бар? Нет. Не видишь, у него поважнее дела есть. Меня только вчера выписали. И что ж было? Воспаление легких. Вы всегда такой молчаливый? Не всегда. Вы сейчас заняты? Или... Нет. Тогда идемте пить кофе. Не бойтесь, деньги у меня есть. У меня тоже. Курсант Тоймер, вас вызывает начальник. Курсант Тоймер, к начальнику. Займите столик, я сейчас подойду. Хорошо. Я вам уже сказал, это вышло случайно. Больше этого не повторится. Такое объяснение тебя устраивает, а меня нет. Что вы еще хотите услышать? Почему ты стал допускать такие грубые ошибки после 6 месяцев летной практики? А почему вы на меня кричите? Потому что ты мне испортил настроение. И потому что мне не безразлично, если в один прекрасный день ты возьмешь на борт пассажиров и в воздухе вдруг вздумаешь отстегнуть ремни. Что все-таки с тобой? Влюбился, что ли? Честное слово, нет. Можете поверить. Ну ладно. Завтра в 9. Можешь идти. Благодарю. Пока выходили, кофе остыл. Непременно сейчас это надо делать. Извините.
Хеллоу, старикан. Хватит, хватит, отвыкай от этого старикана. Мне писем нет? Есть. Вернулось твое письмо Коляну. Он вернул его? Ты ждала чего-нибудь иного? Но ведь он же мог хоть что-то. Ты должна быть достаточно гордой и не бегать за ним. Где ты была? Я тебя о чем-то спросил? Я навещала своего спасителя. Знаешь, он учится на летчика. Я пригласила его к нам в гости. Надеюсь, ты не против? Эй, я тебя тоже о чем-то спросила. А о чем именно? Ты не против? Я пригласила его в гости. Да, да, конечно. Позвольте предложить вам немного овощей. Нет, благодарю вас. У вас на курсах пилотов обучают тому, как себя вести, если вдруг кто-то захочет угнать самолет? Конечно. Ну, предположим, вы командир самолета, а я его хочу угнать. И вот я вхожу в командирскую кабину... Сказал бы, до Кубы не хватит бензина. Ну, тогда до Каира. Я бы сказал, окей, летим в Каир. Без возражений? Пока у вас бомба. Как вам взбрело в голову? Что взбрело? Пойти в пилоты. Назло. Я единственный сын, и мой отец рассчитывал, что я сменю его на заводе. А вам этого не хотелось? Именно. Какой же завод у вашего отца? Заводы Тоймера. Тоймер. Тоймер, ты. Тоймер Дюссельдорф? Точно. Я отказываюсь верить тому, что слышу. Единственный сын самого Тоймера решил стать летчиком? Знаете, как бы я поступил на вашем месте? Не знаю. Я бы непременно стал летчиком. Да. Кто как считает. Ну, с трапезой покончено. А сейчас идемте что-нибудь выпьем. Йоханнес Тоймер. Это один из тех промышленных тигров, которым я искренне восхищаюсь. В нем еще жив прежний запал. Если не ошибаюсь, мы с вашим отцом когда-то встречались в деловом клубе. Это возможно? Вполне. Но это не важно. Дети, мы должны приятно провести вечер. Что, пьете? Благодарю, ничего. Но сегодня вы уже не полетите. Зато поеду. Нет, 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 нет. Об этом вообще не может быть речи. Вы будете ночевать у нас, не так ли, Кристина? Да. Зубная паста, пижама, мыло, это все у нас есть. Дети, но почему не послушать музыку? Какая у нас скука? Неужели я все должен делать сам? Приглашаю всех танцевать. Ча-ча. Больше жизни, больше. Ча-ча. Ча-ча. Идем, сестренка, покажем молодежи пример. Ча-ча-ча. А вы танцевать не хотите? Ча-ча. Она меня не выносит. Не выносит. Я не знаю, почему. Выпейте хоть глоток. Нет, спасибо. Как хотите. Знаете ли, наши дни трезвым быть невыносимым. Алло, вертолет 7-11. Вертолет 7-11. Вы отклонились от курса на восток. Я сделаю небольшой крюк и затем лягу на курс. Алло,
завтра утром. А ты думаешь хоть иногда об Олене? Нет. Не напоминай мне о нем. Пускаться так низко нам запрещено. Но пока на меня никто не жаловался. А вот я на тебя пожалуюсь, если ты это повторишь. Кристина, смотри. Идем? Куда? Я хочу взглянуть на птенчиков. Что это такое? Это бомба. И она взорвется, если ты меня не повезешь на Кубу. До Кубы не хватит бензина. А до Каира? Ну что ж, летим в Каир. Господин Польнер? Да? Луба, это я вам утром звонил. Да, прошу вас. Итак, господин Луба, чем могу служить? Видите ли, ситуация такова, нам необходимо было встретиться. И как раз сегодня я случайно оказался в вашем городе. Садитесь, и... пожалуйста. Ну, выпить желаете? Благодарю, нет. А, впрочем, да, чашечку кофе. Отлично. Фрейлин Бенке, два кофе, пожалуйста. Ну и? Да. Тоймер. Мартин и Кристина. Они почти 4 месяца знакомы. Как он поживает? А Мартин великолепно, очень хорошо. Особенно в его положении. В каком он положении? Разве вы не знаете, он по уши влюблен. В вашу дочь? Да. Она ждет от него ребенка. Ну, почему вы так думаете? Одно связано с другим. Когда один отец приходит к другому, разговор обычно ведется о счете за удовольствие сына. Ах, вот как? Неужели вы такого мнения о своем сыне? Благодарю. Пожалуйста. Господин Луба, время у меня ограничено. Что привело вас ко мне? Да, Тоймер. Вас ждут в 5-м цехе. Через 10 минут буду там. Итак, господин Луба. Что же привело вас ко мне? Только одно. Чувство, что мы будем видеться часто. И
что этому надо было когда-нибудь положить начало, не так ли? Фрейлин Бенке, с кем я сегодня обедаю? Ни с кем, господин Таймер. Интересно, к чему приведет эта игра. Ну, вы довольны? Очень. Все прекрасно. Это была неплохая идея устроить пикник. Великолепная идея, папуля. И вы так считаете? Очень мило. Это прекрасно. Потанцуем или надо просить разрешения? Всему этому просто трудно поверить. Кажется, еще вчера она была маленьким ребенком. Не успеешь оглянуться, как у тебя уже взрослая дочь. Взрослая дочь. Ты видишь это и отказываешься поверить, как время бежит. Может, вам неприятно, что я говорю с вами о Кристине? Почему мне может быть неприятно? Знаете, я очень привязан к дочери. И при этом отдаю себе отчет, что с какого-то момента я волей или неволей отойду для нее на второй план. Ну что вы, господин Нет, Луба? Нет, не скажите, так оно уже есть. Ей со мной было наверняка нелегко, но и мне не легче с ней было. Я могу столько о ней рассказать. Может, выпейте? Одну минутку. Я вам кое-что покажу. Садитесь. Что вы стоите? Кристина в детстве. Вот ее первые шаги. А тут она с бантиком. Не надо. Ну почему? Потому что считаю эти детские снимки глупыми и нелепыми. Она стесняется из-за того, что ребенком немного косила. Что с тобой? Почему ты на меня так смотришь? Ты знаешь его. А что, разве это преступление против высокой морали? Ты его знаешь? Но если хочешь знать правду, это твой предшественник. Неужели вы испортите такой вечер из-за этой давно забытой истории? Дети, обычно вы не так щепетильны. Вот это был страх, как машина застряла в горах без бензина. Но, как видишь, живой я доехал домой. В бак я вылил бутылочку джина. Ну все, дочка, конец делу, венец. Я поехал. Ты здорово накачался. Не гони машину, то еще отберут права. И смотри, не налей в бак джину. Мартин, ты что? Ревнуешь, что ли? Знаешь, что я тебе скажу? Если бы, Лен, мы бы с тобой не знали друг друга. Дети, ну оставьте вы эту тему. Ну почему же? Пусть знает, зачем скрывать. В тот вечер я ждала Алена. Он должен был на машине приехать за мной. Thank you.
Скажите, где тут поблизости? Единственное, что при нем нашли, это номер вашего телефона. Пожалуйста. Вы его знаете? Езжайте осторожно, тут произошел несчастный случай. Я бы хотел... Знаю, знаю, вы бы не прочь задержать, треть. Проезжайте, проезжайте. Ну что вы стоите, как истукан? Проезжайте! Я поехал дальше. Просто взял и уехал. Я был сам не свой. Ничего не соображал. Я думал, что... Что именно? Нет, ничего я не думал. Ничего. Успокойтесь. А может быть, это и к лучшему. И вообще-то лучше забыть все. Я пойду и обо всем расскажу. Куда? В полицию. Я не понимаю. Зачем? Я виноват. Я должен признаться в этом. Вы этого не сделаете. Кому нужно ваше раскаяние? Мне. Ах, оставьте. Послушайте вы, на моей совести смерть человека. Да, но это еще нужно доказать. Вы думаете, я смогу прожить жизнь, так и не сказав правды? Для этого я недостаточно стар. Но вы достаточно взрослый, чтобы не знать о последствиях. Вы втянете в эту историю еще и других. Кого? Кристину. Я должен был рассказать, что произошло в тот вечер, поэтому я и пришел. Но смотрите, Кристине ни слова об этом я запрещаю. Почему? Кристина не знает, что произошло в тот вечер. Она думает, что этот француз бросил ее. Пусть остается в своем неведении. Но вы, вы-то знали, что он погиб в аварии? Разумеется. И вы от нее это скрыли? Это не имеет значения. Вы считаете, не имеет значения? Да, не имеет никакого значения. Я щадил ее. Ты боялся сказать ей правду, а теперь не хочешь в этом признаться. Слушай, Карин. Берет в себе силы и будет молчать. Как долго? Подумай хорошенько, прежде чем говорить, Карин. Я обо всем подумала. И не вижу необходимости держать рот на замке. А я вижу. Иначе я до конца своих дней буду ненавидеть тебя. Можете не волноваться, она будет молчать. А, все проходит, жизнь идет дальше. Главное сейчас не сделать ни одного опрометчивого шага. Надо все обмозговать. Что вы будете пить? А, нам пора уже выпить на брудершафт. Мартин! 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 Мартин, а я думала, ты в Бремене. Нет, я... У нас был разговор с твоим отцом. Вот как? Вы собирались втайне от меня?
И что же вы решили? Это он тебе скажет сам. А мне пора идти. Нет, сначала я должна узнать, о чем вы толковали. Я скажу. Не томи же меня, папуля. Я вас слушаю. Я бы хотел сделать заявление. Заявление? О чем? Итак, о чем речь? Да. У меня документы украли. Вы уверены, что у вас их украли? Да. Для начала скажите мне вашу фамилию. Ваша фамилия? Тоймер. Тоймер? Я вас правильно понял? Абсолютно. Йоханнес Тоймер. КГ. Ну, я сообщаю вам о предстоящем союзе сугубо доверительно, господин директор. Тоймер, и вы намерены объединиться? Вы не так меня поняли. Тоймер младший и моя дочь. Но и это не лишено известного интереса, не так ли? Я рад за вас. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Соедините меня с отделом кредита. Сейчас, господин директор. Дорогой господин летчик, глупый мой любимый медведь. Я себе просто не представляла, что ты можешь быть таким скрытным. Отец сказал, что ты просил моей руки. И хотя я считаю, что это ужасно мило с твоей стороны, но обычно делают наоборот. Сначала спрашивают дочь, согласна она или нет. По своей дурости я уже решила, что ты разозлился на меня из-за Алена. Но ведь с этой историей уже давно покончено. Честно говоря, я была от него без ума. Он, как говорится, моя первая любовь. И не будь тебя... Алло, Мартин, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. А почему же ты молчишь? А что я должен сказать? Ну, скажи мне, что теперь бензина хватит до Кубы. Ну, скажи. Пожалуй. Надеюсь, все ясно? Все ясно. Пошел! Thank you.
Тоймер! Дай мне. Эй, Мартин! Мартин! Что у тебя там происходит, черт подери? Мартин, почему не отвечаешь? Это я, Шелбоу! Это была не авария. Это была авария. Я бы хотел, чтобы мы с тобой раз и навсегда договорились. Это чистейшей воды авария. И нет причин противоречить экспертам. Ты довел его до того, что он не видел иного выхода. А, всегда можно найти выход. Он нашел бы выход, если бы... Если бы нашел в себе силы молчать. Будь он немного поумнее, он бы забыл эту историю с Оленом, и все сошло гладко. Все могло сойти так гладко. Господин Луба. Что? Пришел господин Клям. Пусть подождет! А как же Кристина? А что с Кристиной? Где ты берешь мужество задавать такой вопрос? Самоубийство. Гибель Мартина в аварии меня так же потрясла, как и ее. Она оправится от этого удара. Жизнь свою возьмет... Но она никогда не узнает всей правды. Thank you.